Я всегда говорил, я когда болел, у меня было 7 лет болезни. И вот я всегда очень тяжело переживал зиму. Мне было тяжело зимой, потому что я болел лимфогранулематозом, и его течение, чем холоднее, тем хуже себя чувствовал. И вот у меня всегда была одна и та же идея. Когда шла зима, мне было очень тяжело. Все основные вот эти курсы химиотерапии у меня почему-то на зиму и осень выпадали. И осенью начинали делать, плюс операции, и вот к весне уже не было никаких сил. Но так все в душе расцветало, когда появлялись зеленые листочки, когда все появлялось. Я помню время, когда я не ел, мне не хотелось кушать, и вся еда моя в жизни составляла только салат, один салат на протяжении дня. И я не мог кушать, я садился и не хотел кушать. Я понимал, что вкус еды потерялся из-за того, что делали гормональную химиотерапию. И это было очень долго. И когда я кушал еду, я все время говорил, и запах исчез. И я все время говорил, так хочется, чтобы это вновь вернулось. Ведь так прекрасно, чтобы это было. Вы знаете, тогда, в то время, я понял такую вещь. Люди очень долго стремятся к чему-то эфемерному, но не понимают, что самое дорогое с ними происходит именно в тот момент, в котором они сейчас находятся. Да, можно этот момент посвятить чему угодно, но не забывайте о том, что вы живете. Не забывайте. Мы так часто забываем о том, что мы живем, занимаемся делами, занимаемся заботами, переживаем, пьем, едим, еще что-то. Но забываем, что жизнь, она одна, она скоротечна. Еще недавно было 20 лет. Я помню, как праздновал свое 20-летие в общежитии. Не смог к маме поехать. А уже 52. И уже нужно думать о как бы половине жизни, как сказал в свое время один мой знакомый. И, конечно, когда уже думаешь с этой позиции, то начинаешь задумываться о том, что ценить нужно. Послушайте, человек говорит, а что там ценить? Уже ничего не произойдет. Нет, каждый день произойдет что-то. Каждый день что-то происходит, каждый день чем-то. Но происходит вот что, происходит жизнь. Происходит жизнь, и это важно, ее хоть немножко ощущать. Что такое ощущать? Осознаннее быть. Что мешает быть осознанным? Заморочки. Заморочки — это когда человеку гораздо важнее, худой он или толстый. Заморочка — это когда важнее, там, во что одет, во что не одет. Когда важнее, что скажут люди, когда важнее, кто на вас посмотрит, когда важнее, как вы там, на чем вы ездите, на что вы, как вы выглядите и так далее. Да, это все, возможно, вдохновляет, заставляет и стимулирует человека жить. Но это не главное. Главное заключается в том, что найти одну или две или пять минут или 10 минут, выйти на улицу, сесть на лавочку и ощутить весну. Да. Когда-то я купил себе первый автомобиль, и в этом первом автомобиле проехал очень большое количество времени и километров и так далее, и был очень счастлив, потому что это был первый автомобиль, приехал к родителям, родители удивлялись, были радостны, что там успех у меня, и я права имел, и там автомобиль свой в молодом возрасте. И потом со временем где-то год прошел, и я все время задумывался, почему я несчастлив, почему я не такой счастливый. И на улице увидел такую картину. Мужчина, который... Деньги у меня были. Мужчина, который на улице с отклонениями психическими, с кульком таким большим, шел вдоль сквера какого-то, собирая там что-то. Он, в глазах его было столько счастья. Он чистый был, но был очень радостный, он был счастливый. В его глазах было много счастья. Видимо, и я ему решил дать денег. Подошел, начал давать ему какие-то деньги, он у меня не взял. Почему? У меня не было столько счастья, сколько у него. Я в тот момент понял, что
Да, на время наши достижения, наши возможности дают нам что-то. И борьба за этим, это тоже вызывает у нас интересы, желания, это еще и производное нашего стремления жить для кого-то. Это тоже приносит нам радость от достижения, от каких-то заботы о ком-то. Это все приносит нам любовь и радость. Но можно жить и так, чтобы радость была просто так. Иногда нужно осознаннее быть немножко. Осознанность очень часто, очень важна. Осознанность — это не значит произносить себе «я чувствую, я вижу, я слышу, я думаю». Осознанность — это не менять свою душу на раздражение, когда кто-то некрасиво есть. Осознанность — это не размениваться на бесконечное переживание по поводу невероятного избыточного веса, по поводу секса, по поводу денег, по поводу еще чего-то. Так жизнь пролетит.